Так, ну, всем привет, 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 всем доброе утро, у нас утро, ну, как утро, 10:30, ну, почти утро. Как я обещала, я сегодня с вами буду проводить обзорчик моей посылочки от Лены Гордоновой. Леночка, спасибо тебе огромное за эту огромную кучу красотищи. Вот, я тебе безумно благодарна. Спасибо, спасибо, спасибо. Целую, обнимаю. Спасибо большое. Вот, зачем я заказала такую мистическую тематику, да, такую вот, такую стимпанк мистика. Здесь такие вот жучки, паучки, всякие разные мотылечки. Зачем? Значит, у российского скраб-производителя Paper Blonde вышла новиночка. Коллекция мистическая. Вот, это классная коллекция на тему мистики. Для меня это загадочная коллекция, но тем не менее эту загадочку я начинаю разгадывать, и пазл такой вот творческий складывается воедино. Вот, эта коллекция состоит из 12 двусторонних листов формата А4, плотность бумаги 240 грамм. В коллекции есть вот такие классные вырезалочки. Вот, смотрите, здесь черепушки, вороний глаз, много-много всякого разного интересного дизайна. Вот, такой вот лист дополнительный для вырезалочек. Вот, вот такой вот еще лист для вырезалок. Вот, вышла вот эта вот коллекция, но прежде чем она вышла в общий доступ, нам был сделан обзорчик, такой прогнозик, да, выхода этой коллекции. Вот, я на нее посмотрела и поняла, что к ней мне понадобится декор. Вот, я написала Лене. Лена, спасибо огромное, откликнулась на мою просьбу и сделала мне вот такую вот кучу классную декора. Вот, я сейчас вам вкратце попытаюсь показать, объяснить, рассказать. Лена у нас знаток мистических изделий, поэтому я думаю, что я обратилась по адресу. Лен, спасибо большое. Смотрите, какие классные черепушки она мне прислала. Вот такие вот надписи, да, тонкий пластик, очень хорошо приклеится, будет вообще интересно где-нибудь в пано, может быть, даже я сделаю альбом, это будет на оформление альбома, да, что-нибудь докомпоную, добавлю, вот, пластик буду этот красить, вот, смотрите, уже картиночка у меня какая-то вырисовывается, уже есть идейки. Вот такие вот классные. Так. Вот, допустим, вот этот вот лист, да. Вот что-то. Есть у меня уже такие мысли интересные. Девочки, здесь у Лены я взяла очень много пластика. Ой, смотрите, какие классные штучки. То есть мне хватит, надеюсь, надолго. А так как я очень активный скрапер, думаю, Лена, готовься. Скоро буду писать тебе снова. Смотрите, какие классные штучечки. Вообще обалденные. Ой, бомба. Так, вот такие вот штучки. Ой. Ой, Ленка, ты меня прям вот порадовала, порадовала, вдохновила. Так. Смотрите, крылья здесь, мотыльки. Ой, смотрите, какая прелесть, какая прелесть. Ать, смотрите. Что-то я уже... Я что-то уже вижу. Я вижу, что это будет. Это будет что-то такое нереальное. Для меня не характерное. Смотрите, какие крылья летучих мышей. Такие классные. Так хорошо проработанные. Ой, и как же без шестереночки. Смотрите.
Ой, вообще прелесть, прелесть. Я в восторге. О, смотрите. Это даже как-то получше, мне кажется. Да, творческий полет идет. Мне становится очень интересно. Вот я думаю, что-то из этого получится. Такое необычное. Так, ладно. Интригу навела. С задачей справилась. Вот, будем дальше работать, думать, мыслить. Вот, но это еще не все. Лена также мне отправила вот такие вот штучки. Здесь надписи, звездочки. Смотрите, какая красотища, какие они классные. О, ну вот все у меня. Вот так. Отличные, вообще отличный декор. Есть чем работать. Вот, есть что добавлять. Я в своих работах очень сильно люблю, когда у меня много мелочей. Я очень люблю много декора. Ой, девочки, это что-то просто нереальное. Поэтому я уверена, что это все пойдет в работу. Ух, я как царь Кощей над златом чахнет. Я в восторге. Но помимо этого всего, добра, изобилия, Лена прислала мне также и вырубку. Вот, за что я ей очень сильно благодарна. Сейчас мне эта вырубка, ну, просто вот необходима. По-другому это не скажешь. Вот, у Лены огромное изобилие мистических всяких разных ножей. Вот, Леночка, я тебе... Ну, это не передать, насколько сильно я тебе благодарна. Смотрите, какая красота. В дополнение к моим работам. Все, я затарилась декором, затарилась по полной программе вообще. Смотрите, какие классные паучки здесь, паутинки. Вообще супер. Просто супер. Супер, супер, супер. Вот в эту вот всю красотищу. Вот такая вот красота нереальная, да? Вот в эту вот всю красотищу я еще добавлю цветочки от Оли Галухиной. Вот эти вот с черепушками нашумевшие цветочки. Вырубку, пластик, коллекция мистическая от Paper Blonde. Девочки, фантазия поплыла. Все, я готова творить, я готова ваять, я готова создавать что-то нереальное. Ну что же, всем спасибо за внимание, всех обнимаю, целую, пока-пока!